Арчуша первый раз в Москве. Да ладно. Надо наверх не подниматься. Завтра. Артик приехала в Россию, кушает грузинскую еду. Я сегодня уезжала. Должна ее кушать. Хинкали, правильно. Не разрезай их ножом. Куда есть вечный огонь? В Питере еще нет. Вот это, да? Это Москва, если что так. Я знаю. У тебя что, желаний нету? Загадай. Хорошо будет душ пройдет. Лимонадик взяли, да. В душ? А ты не хотел в отель заселяться? Очень много, наверное. Я уже не дальше поржал. Давай вставай с ними. Все съели, почти все выпили, я решила наконец-то поснимать. Города Казань. Поездная бригада прощается. С вами желаю всем всего хорошего. Арчи приехал наконец-таки в Казань. Как первое впечатление? Новый город. Все новое. Спонсор показан. Вообще только бумажные принимает. 2 минуты, да, 50 рублей. Вот так. Что, идемте? Сундуки, башни. Я когда не знаю, я не говорю. О, смотри, какие донки. Ну, пряничные. А большой это Россия, да? Это мир. Что, Швейцарию искать будем? Австралию нашла. Россию вижу. Вон Швейцария, самая дальняя. Сейчас. Я
тут из монетки. Как обычно. Забыла. Ha ha ha.